Всем привет! Меня зовут Никита, и моя фамилия Бочкарев. Но многие знают меня как Никита Райт. Я представляю факультет информатики и робототехники. Чем я увлекаюсь, спросите вы? Если быть честным, то я говорю. Много говорю. Я говорю сегодня, я говорил вчера, я буду завтра говорить. Я говорю на сцене, я говорю вне сцены, я даже во сне говорю. Поэтому назовем это моим любимым увлечением. А вообще, за моей спиной очень много побед. И именно поэтому я представляю свой факультет на мистере Угату. А еще у нас подумали, что два Никиты будет мало, а вот три самое то. А на мистер я пошел в первую очередь не за победой. Я пошел за тем драйвом. Я пошел за теми людьми, что будут меня окружать. И, конечно же, за теми эмоциями, что останутся у меня на всю жизнь. И если ты веришь в меня, то приходи 6 декабря в 18:00 в ДК «Авангард» и поддержи меня как можно громче.